Пошел Ефим. Ну, безработица. Один родственник узнал, что второго назначили директором, начальником, капитаном корабля. Приходит к нему и говорит, я безработный, помоги мне, возьми на работу. Он говорит, пожалуйста, мне один человек нужен и давай. Он говорит, что с собой взять? Он говорит, ничего не надо брать. Все есть, говорит, жратва, все есть. Только возьми таблетки, говорит, чтобы работа не было. И кондомы возьми, говорит, презервативы, чтобы женщины там дохуя в Италии, там во Франции, и чтобы погуляешь, говорит. Он зашел в один аптеку и купил 10 презервативов, 10 таблеток. И на второе утро пришел, уже должны они уезжать. Капитан говорит, что купил? Он говорит, 10 таблеток. Он говорит, тебе не хватит. Пойди больше купи. Он приходит в ту же аптеку и этой женщине говорит, дайте мне 500 таблеток и 500 презервативов. Она говорит, молодой человек, если это ебля вас до работы доводит, оставьте это дело, говорит.